Задача. Даны плоскость, заданная треугольником ABC, и прямая DE. Через эту прямую необходимо провести плоскость, перпендикулярную плоскости ABC. Вот у нас одна проекция плоскости, вторая, и точно так же прямая и прямая. Две проекции. Что означает провести плоскость? Это значит, здесь мы должны достроить эту проекцию так, чтобы это была у нас плоскость, и прямая лежала в плоскости. Плоскость мы можем задать треугольником, пересекающимися прямыми, точкой и прямой, любым способом. Ну, если нам нужно провести плоскость перпендикулярную, то однозначный метод решения – это метод замены плоскостей проекций. Для того, чтобы построить, то вначале мы построим здесь горизонталь. Проводим горизонталь. В месте пересечения горизонтали А2С2 в этой точке находим точку и проводим ее вертикальную линию связи вниз до пересечения с АС соответственно. Вот здесь у нас будет точка. И мы горизонталь проводили через Б и данную точку. Проведем горизонтальную проекцию горизонтали. Для этого вот так проведем ее. Вот это и будет горизонтальная проекция горизонтали. Продлим эту проекцию дальше, чтобы нам удобно было строить. Ну, мы должны продлить, а не можем ее так продлить. Продлили. И дальше теперь построим новую плоскость так, чтобы линия пересечения была перпендикулярна горизонтали. Ну, для этого возьмем точку и проведем ее перпендикулярно. Вот так. Эту половинку мы скопируем и поставим еще с другой стороны. Вот у нас получилась плоскость. У нас была плоскость P1. Плоскость P1. Мы ее значок скопируем и поставим сюда. Плоскость P1 останется, а новая плоскость у нас будет называться P4. Построили. Теперь надо построить, соответственно, то, что мы имеем, вот эту плоскость ABC. Значит, все эти точки A, B и C будут лежать, соответственно, на перпендикулярах, которые проведены к новой линии пересечения. Построили один и второй. Перпендикуляр. Вот. И, соответственно, нам надо построить еще прямую. Та, что у нас была. Ну, для этого продлим здесь. И тоже проведем перпендикуляр. И еще один перпендикуляр. Построили. Теперь построим непосредственно натуральную величину. Построим не натуральную величину, а это получится у нас проекция треугольника ABC. Ну, в данном случае она должна получиться в виде прямой. Здесь мы должны отложить расстояния какие? Вот эти расстояния. Давайте эти расстояния здесь сразу и отметим. Расстояние, ну, начнем вот с точки B. Это будет вот оно, 76 миллиметров. Расстояние точки С, да, до линии пересечения 17 миллиметров. Расстояние точки А до линии пересечения
117, ну и точки, соответственно, D 104 и точки E 49. Ну, теперь, соответственно, построим эти прямые. Значит, здесь точка E, продолжение 49 миллиметров. Дальше точка D 104 миллиметра. Продолжение 104 миллиметра. Дальше точка B у нас идет первая. И точка B у нас имеет расстояние 76 миллиметров. Ну, здесь она, очевидно, великовата. Давайте сразу мы ее сократим. Немножко меньше. И мы должны провести B 76 миллиметров. Вот так. 76. Получили точку. И осталась у нас точка А. Точка А, вот это расстояние 117 миллиметров. Так, есть. Теперь, а точка С мы еще не отложили. Точка С, расстояние 17 миллиметров. Теперь соединяем получившиеся точки. И мы здесь имеем проекцию нашего треугольника АБС. Эта проекция отображается в виде прямой. Здесь же мы имеем проекцию прямой DE. Ну, она также и отображается в виде прямой. Построили. Теперь из точки D, давайте чуть подровняем, вот так. Из точки D опустим перпендикулярно плоскость треугольника. То есть, вот таким вот образом. Перпендикуляр. И давайте подпишем те точки, что у нас получились. Вот здесь проекция у нас получилась D4. А вот здесь точку назовем ее, допустим, K. Проекция 4. К4. Вот этот отрезочек ДК, это перпендикуляр. И этот перпендикуляр будет у нас определять плоскость. То есть перпендикуляр — это тоже отрезок прямой. Вот у нас второй отрезок. И вот эти два отрезка будут определять у нас плоскость. Теперь осталось нам этот отрезочек построить здесь на P1 и здесь на P2. Для того, чтобы построить, мы проведем линию связи перпендикулярно оси, провели и продлим ее дальше. Вот так. Этот перпендикуляр будет параллелен линии пересечения, поэтому мы можем провести его из точки D параллельно оси. Ну, чтобы точно его провести, то мы сделаем так. Измерим это расстояние 37 миллиметров. И мы здесь отметим вот это расстояние здесь 37 миллиметров. 37. И соединим его вот так. Вот здесь получилось положение точки, которая будет у нас К1 на плоскости проекции. Вот давайте мы ее здесь отметим, обозначим. Это точка К1. Обозначим также, соответственно, точку саму. Вот она, точка получилась. Вот это точка К1. И вот у нас получились проекции двух отрезков, которые пересекаются и которые определяют плоскость перпендикулярную плоскости АБС. Ну и осталось сделать что? Последний шаг —
это найти эту точку К здесь, на фронтальной плоскости проекции. Для этого мы проведем из точки К перпендикуляр к линии пересечения. Видите, они у нас рядышком идут, но тем не менее перпендикуляр вот он. И мы должны здесь сверху отложить расстояние. Какое расстояние? А вот это расстояние. Вот здесь 67 миллиметров. И теперь, соответственно, из этой точки строим, ну, чтобы точно, я включу привязку, строим вверх 67 миллиметров. И вот у нас получилась точка. Эта точка у нас и будет точка К. Перенесем эту точку К наверх. Вот ее скопируем. Поставим здесь вверху. Но назовем ее проекцию эту. Это будет К2. И теперь соединим К2 и, соответственно, D2 соединим, выделим это основной и проанализируем, что у нас получилось. Значит, мы построили плоскость, перпендикулярную плоскости ABC. Эту плоскость мы построили, заданную двумя пересекающимися прямыми. Вот одна и вторая. И вот она одна и вторая. Значит, плоскость перпендикулярная, ее проекция здесь фронтальная, горизонтальная, вот здесь находится. Все, задача решена.